только бы паника не поднялась. В городе слухи поползли. О повышении цен на продовольствие. На весь мир объявили, что будем скоро жить при коммунизме, а сами цены поднимают. На заводе разговоры пошли, что жить не на что. Зарплату в треть урезали. Ты советский человек? Я, да. Вот именно. В Советском Союзе голод. Это что? В нашем социалистическом обществе забастовка! Это как? Это преступление. Народ несознательно ничего не понимает. Весь завод пойдет. Мы в демократии живем. Свобода, собрание, демонстрации. Ситуация критическая. Никита Сергеевич Хрущев лично распорядился отправить Новочеркасск в правительственную комиссию. Эти люди, они затаили злобу на советскую власть. Дай им волю арестовать и судить. По всей строгости, по закону. А зачинщиков к высшей мере наказания. Кто стрелял? Все сведения о случайных человеческих жертвах во время событий в городе Новочеркасске квалифицировать как государственную тайну. У меня дочка, девочка, я вот ее найти не могу. Что вы знаете? Что вы знаете? Это же не по-человечески. Они же свои. Эти люди должны быть забыты. Об этом вообще говорить нельзя.